В Министерстве автомобильных дорог и транспорта области также проанонсировали запуск еще нескольких маршрутов в южном направлении. 30 мая состав отправится в Сочи, 2 июня в Анапу, а 13 в Новороссийск. И это еще не все. 7 июня открывается поезд Кисловодск. Единственное, что он пойдет через Ржаву, Губкин, Старый Оскол без захода в Белгород. С этим вопросом мы обратились в адрес РЖД для того, чтобы скорректировать маршрут. Он пока в работе, поэтому пока желающие могут ехать через данные населенные пункты. А до Ржавы можно добраться на комфортабельном электропоезде, который позволит удобно добраться до остановок.